Всем доброго утра, солнечного денечка, морозного, перед крещением, перед крещенским сочельник, перед крещением, в общем, с наступающим крещением. И вот сегодня день меня четвертый, моей диеты 6 лепестков. Вчера был у меня, значит, день на мясе, на белке. Но я добавила к мясу еще и не желточек, а яйца. Яйца, мясо куриное вареное и бульончиком. Вот так вот я нормально просидела. Сегодня каши, день каш, день на кашах. Сейчас нам льняная каша здесь у меня запаренная. Ну, я добавила немного ягод, чтобы не так было есть. Это, конечно, не надо было делать, но все равно. Потом я буду овсяную варить, а льняную, так она быстренько запаривается. Сегодня углеводный день, вчера был белковый день, и вот так вот эта диета чередует. Углеводный, белковый. Сейчас вот злаковые сегодня углеводы, а перед этим в понедельник был овощные углеводы, так что вот так вот сидим, чередуя. Но надо сдвинуть вес, надо. Не только вес, а надо себя приструнивать, надо приходить в норму, идет лето. И немножечко хочу опять себя приучить не баловаться. Всем приятного аппетита. Всем привет, девчоночки. Я рада вас видеть всех на своем канале, где я худею с большого веса. Сегодня как-то у нас погода с утра хорошая была, сейчас не заладилась. И я решила никуда не ходить, но, может быть, еще я и пойду. Ну, пока я вот сижу, кручу педали, пока мне не дали. Вот такой вот у меня велотренажер, я уже показываю. И вот сижу, накручиваю. Пока ходить нельзя, покручу велотренажер. Нельзя ходить, я просто пока не хожу, не иду никуда. Конечно, я потом, может быть, еще пройдусь, но пока вот накручу себе что-то, какая-то никакая тренировка. Да, хочу сказать вам, да, я сейчас сижу на этих лепестках, это разгрузка, вроде как, пишите, ой, там, в общем, всякую фигню пишите, по-русски сказать. Я понимаю, но это же временно. Вчера у меня было мясо куриное, белок, чистый белок был, день. Я просто чередую белковые углеводные дни, и то углеводные есть такие вот. Ой, злаковые, а есть углеводные овощные. Там другие углеводы. Поэтому ничего страшного. В воду я сниму. В общем, мы в пятницу посмотрим, что из этого получится. Ну, набранные килограммы я убрала, за которые вот за праздники. Ну, надеюсь, что они мне не прибавятся. Но если там прибавится чуть, ну, правильное питание и вперед. Тяжеловато, да, крутить. Отвыкла. Моя лень. Это не велосипед, велосипед легче. И поехал. Вот лень наша. А сейчас, девчоночки, что у нас получается? Идет лето. Надо приводить себя в порядок. Поэтому крутим, ходим. Зарядка утром. Сбрасываем вес. И к лету мы придем с тройняшками. Ну вот как-то так. Сегодня вот такое видео. Если пойду на улицу, сниму. Тяжело и говорить, и крутить педали. Забиваются мышцы. Бедра. Отвыкла.
Хотя стоит, вот надо каждый день. Ну, еще раз повторюсь, лень. Так что давайте я буду крутить, чтобы не дышать в камеру. Вот мой велотренажер. Покрутила 10 минут, но девчонки пока достаточно. Так что хочу сказать, подписывайтесь, лупаните лайки, поддержите мой канал и до новых видео.